Ну, в общем, всем привет. Как вы поняли, это я снова с вами алармист, и мы проходим, значит, Metal Gear дополнительное задание, которое у нас называется «Сбор разведданных». И как мы помним, нам надо добыть вот эту вот кассету с доказательствами, грубо говоря. Вот. И я сюда пришел за пленниками, потому что кассету мне не взять, там камера, и я хочу найти что-то наподобие пистолета, пулемета, скажем так, и вырубить эту камеру по тихой грусти, скажем так, все сделать тихо и аккуратно. Вот. Тут я помню, у нас вроде должен быть где-то третий пленник, если не ошибаюсь. А, в общем, я как-то попробовал пройти без записи, соответственно, да, вы угадали, игра крашнулась, но без записи, короче, когда я заломал того типа, в общем, ну, сказал ему лежать, он сказал, сейчас даже покажу, что... так, найду... Вот тут вот снайперская винтовка у нас, и где-то вот в этом районе, вот тут вот где-то было, было написано пистолет-пулемет, короче. То бишь, он действительно существует, и я не знаю, сейчас, поскольку мы, скажем так, ну, игра крашнулась, и в тот момент не сохранился, соответственно, мы не знаем об этом пистолете-пулемете. Вот, сейчас я не знаю, что он нам скажет, если мы подойдем его вырубать, то есть, вот. Ну, попробуем, как бы там не было, потому что выбора у нас нету. Ну и, соответственно, конечно, потом сгоняем оттуда. Не пойдем тогда на склады, куда я хотел. Ой-ой-ой. Палец там, кося. Вот. А, где-то там, в общем, я пропустил пистолет-пулемет. Надо будет просто хорошо поискать. И, соответственно, вернемся, заберем кассету и пройдем, наверное, эту миссию. Так. Блин, как он так ходит. А крашнулся у меня в тот момент, когда я, значит, сажал на вертолет этих заложников. У меня так, машина. Ладно, сейчас попробуем пройти, что нам стоять на месте. Вот. Так. Сразу возьмем магазины, потому что... Блин. Швыряться ими, чтобы отвернулся типок. Не угодно, за спиной сейчас стоит или... Help me. Так, 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 сейчас вот мы кинули, он открыт вниз, поэтому надо сейчас... Ай-яй-яй! Он развернется сейчас. Не-не-не. Так. Дружище, о, отлично, все, руки вверх, значит. Вот у нас пленник третий. Так, сейчас вот, я не знаю, что он нам на это расскажет. В прошлый раз, когда я приеду, он сказал, тут пистолет-пулемет. Здесь же, ну вот, я же про что и говорил, снайперская винтовка. В общем, я все-таки остановлю на запись, посажу всех вот этих пассажиров в вертолет. И суть в том, что я начну запись именно, где у меня пройдет сейф. Потому что, не дай бог, если игра крашнется, вы сами понимаете, что опять это переигрывать как-то нет желания. Вот, я сейчас нажимаю на паузу. Ну, в общем, вот прошел у нас сейф, и мы продолжаем. Да, у меня снова игра крашнулась, но это бывает, ладно. Тем не менее, всех я усадил. Вон у нас лежит кто-таки этот чувак, то есть пришлось заново. Так, давайте еще раз посмотрим. Я говорю еще то, что... Ну, вот здесь, да, склад есть, это инфосотка. И вот, вот где-то вот здесь, вот где-то, блин, вот... Где-то, короче, вот тут вот рядышком где-то был этот пистолет-пулемет, когда я играл. Вот. Ладно, мы сейчас попробуем, не знаю, до складов что ли попробовать сгонять. Потому что, ну, как бы я точно не помню где. Либо давайте просто на ушку залезем, допросим еще одного, может, скажешь все-таки про вот этот пистолет-пулемет. Так. Руки вверх. О, отлично. Так и будем допрашивать, может, в конечном итоге нам все-таки кто-то сообщит что-то, да, полезное в плане вот пистолета пулемета. Сейчас он нам жизненно необходим, скажем так. Короче, камеры наблюдения он нам подсказал, где находится. БТР-ка он катается по кругу. Так, ну ладно, пойдем дальше. Не, давайте сейчас сохранимся опять и хитрые действия сделаем, потому что краш игры он. Это регулярное почти занятие вот этой игры. Так.
ну, точнее, даже явление, я бы сказал. О, все, сохранилось. А, так, теперь попробуем. Не знаю, вот, еще раз. Вон наша цель, кстати, бродит, вот, который связной. Не знаю, может, надо было за ним пройтись, может, он бы сказал, что там у него там кассеты, типа, что-то он там подходит. Что кажется, как будто чисто спали. А же говорю, я тогда играл, он вот сказал, что... Только не помню, он ли говорил, или вообще другие солдаты говорили, что якобы тут у нас вот кассета неподалеку. Точнее, или у меня кассета, он когда так говорил. Так, здесь на что? Вспомогательное оружие, ну, транквилизатор. Вот. Так, ладно, пройдемся, значит, все-таки в склад зайдем. Раз я тут как-то тусуюсь. Вот. Блин. Ой-ой-ой. Что-то я как-то сейчас неаккуратно вообще исполняю. А, и вот еще. В общем, в этой игре есть такая фигня. О, палатка, она ничего не открывается тоже. То, что когда я стреляю с чего-то с глушителя, значит, то глушитель, вот если я много раз много выстрелов произвел, то глушитель со временем, не знаю, как вот, знаете, в постеле, когда кошек на автомат набиваешь, короче, вот, то они тоже потом со временем вылетают. Тут такая же фигня, глушитель имеет свойство, скажем так, износа, назовем это так. Вот. Так, посмотрим. Вот я уже к складу почти пришел. А, здесь у нас, блин, вот тут у нас на вышке корифан сидит, и он нам как раз, ой, и не даст зайти в эти склады, надо как что-то придумывать, что-то выдумывать. Так. Ага, вот, вернулся. Отличный момент, быстрее. Так, забираемся. Ладно, так топаем, блин, а то мы такие прям незаметные, что капец. Так, где он? Куда он смотрит, мне главное знать. Потому что, ой-ой-ой. Так. А, дружище, ты не хочешь? О, отлично. Так, начнем все в ворота открыть. Ой. Блин. Как вы думаете, он заметит вот этот перец? Потому что он вот прям рядом вообще-то. Я... Так, попробуем. Заходи вовнутрь, давай. Так, нас палят. Отлично. Просто кто нас палит? Ага. Сейчас мы узнаем. А зачем мне дробовик, блин? О! Пистолет. А у него глушитель есть, интересно? Да не, нету. Автоматический пистолет. Ближе, меньше, меньше. Где тизер мой? Верните мне мой тизер. Я не знаю, что я сейчас сделаю. Блин, нас палят. Я попробую как-нибудь свинтить по-тихому тут. О! Удалось. Блин, как они тут все патрулируют вообще. Так, вот он склад наш заветный. А вот они, эти двери. Попробуем тут, значит, узнать. Есть тут что-нибудь? Дружище, куда ты почесал, блин? И куда? Он реально на вышку пойдет. Так, если он на вышку. А он, по-моему. Чё-то не могу понять, что происходит-то. Ты че сюда пришел? И опять убежал. Кошки-мышки такие. Так. Че ты бегаешь-то?
Блин, нам сейчас сделаем попроще, но ему... Бежать, бежать. Speak. Давай говорите. Какие нафиг бронемашины? Так, делаем сейчас быстро операцию. Не знаю, как назовем эту операцию. Спрятать чувака называется. Так. Дружище там у нас обходит. Блин. Давай. Аккуратно, без лишних движений. Отлично. Ложи. Нет, не так. Блин, так ходим, что ли? И это наша цель, я думал, что она не зайдет. Неужели сюда идет? Звуки такие. Что-то я башку почесал. Иди отсюда. Ага, он побежал куда-то. Ну, сейчас то, что я хотел. Давай, просыпайся. Отлично. Давай, ложись. Ну и давай рассказывай, что ты знаешь. А, блин, она нам уже сказала, блин, машина. Макс не подходит, не подходит. Тут есть хоть что-нибудь, чтобы мне подошло, кроме С4, прям. Дробовик. И зачем он мне? Ах, вся работа напрасна просто, блин, я... Так, ладно, пошлите делать сейф как-нибудь аккуратно. Чтобы на сейф прошло. Блин, я должен... Я не понял, как ты меня видишь? Да вы чё, блин? Я прям на него иду. На жопой. Блин, этот сюда идет. Блин. Так. Что-то вообще, блин, туда-сюда. Там, блин, просто не... Не знаю, безвыходная ситуация была. Так. В общем, понятно. Здесь нам ловить нечего. Нам надо как-то пройти. Так. Вот я видел, вот когда он мне так говорил, вот снайперская тут была. Вот где-то вот тут рядом, вот тут даже. Надо поискать, там тут пистолет пулемет. Либо я его не заметил в том складе, где тогда я шарил лазер. А, либо я не знаю тогда, либо вот нас тупо не было, надо по инфе как-то узнавать о нас. Сейчас попробуем до туда по-быстрому. Так, и там вроде все нормально, но все тихо и спокойно. Так, ну сейчас будет. Либо вот, блин, тут ездит эта хренотень еще. Опять нас. Да ё-моё, сколько можно-то? Вот, сейф прошел, отлично. Ну, мне кажется, в складу-то я все вот тогда обшарил. Может, на этой вышке, возможно. Что-то тут тоже такая миссия довольно-таки хардкорная в плане охраны, что очень много вообще. То есть. И то, сколько я их тут повырубал, все равно. Камера, блин. А вот мне интересно, я знаю, где щиток есть, который свет вырубает. Он камеры выключит. Давайте попробуем, может быть, и так сделать. Так, нет, сейчас я вот тут посмотрю, может быть, тут будет действительно здесь. А, потому что, говорю, по карте было вот примерно вот. Блин. Тут вроде ничего такого не вижу. Блин, машины какие-то тут всякие. А, и почему поворотом? Или я чё? Я что заходил сюда, почему? Что я либо я туплю, либо я чё-то
понимаю. Так, ну давайте посмотрим. Не подходит. Мина. Не подходит. Ну, я не вижу пистолета, пулемета здесь. Да нету его тут. Значит, где-то внутри. Потому что говорил, где-то вот неподалеку. Так. Или вот где-нибудь тут может быть. Я не знаю реально, где может быть пистолет пулемет. Куда его можно было так спрятать, чтобы за никто не нашел? Понятно. Я думал, тут один водитель будет, который вот меня, в принципе, не видел. Что же делать-то? Keep moving, boss. Confirm the location of the central control tower. It's marked on your map. Картина вообще офигенная. Так, ползем, ползем за ним аккуратненько. Микрофон все-таки красивый, реально. Хоть и не на ультрах, но довольно-таки неплохо. Так. Быстрее, быстрее, уходим, уходим, уходим сюда. Сейчас попробуем через эту керамбору пройти, ну, через канал этот. И там уже будет видно, да, там что. Так. Не, серьезно, у меня вот прям... Что-то охранники какие-то слева появились. Мои интересные догадки будут правильны, если вырубить вот этот щиток электропитания, по идее, ну, по логике, скажем так, что что-то оно выключится, потому что... Ну блин, там же по логике так положено. Так, сейчас будем пробовать. Открыли. Здесь еще на пошарю, посмотрим еще. Будем наверху, внизу, на крыше. Да нет, по-моему. Просто говорю, по радару где-то вот в этой степи. Нет. Бред какой-то. Ну, попытка не пытка, так сказать. Можно же у нас выключить камеру эту. Так, это что у нас? Что нам не попасть? Ладненько, пойдем дальше. Я также не помню, я охранника вырубал там такой вроде. А вот так на выход из бойлера. Вообще, по идее, оружие здесь просто так в углах не лежат. Они должны как-то с ящиками быть, либо на вышках, либо на каких-то объектах специально. Не думаю, что мне где-то там в углу завалялось, там, как мусор, то есть, или... Что? Да. Про этого охранника я и говорил. Потому что я не помню, я его забирал, не забирал. Так, сюда забраться можно? Нет, нельзя. Я тут не был, ну как не был, мельком пробегал, поэтому я проверяю. Не, нельзя. Ладно, побежали по лестницам. Там сюда, направо. Ну и тут нас спалил добрый дядя. Сейчас, если он нас опять спалит, то добрый дядя. И где он? Короче, я не знаю, где он. Так, смотрим, смотрим. О, что у нас тут? Я так изучаю уголки, где, говорю, что-то валяется, что-то. Магазин, и чё? Ну и зачем, спрашивается, если у меня бесконечное количество. Нелогичное. Я что-то не вижу, чтобы туда... Где этот охранник? А, вон он входит. Странно, до этого я его не заметил. Ну, в смысле, он мне не отмечен был, когда он нас палил. Тут вроде вон видно ящиков много, но если тут есть оружие, то будет неплохо. Я прям приятно. Попробуем допросить все-таки этого.
Так, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 жить. И мы должны его сейчас аккуратно, типа, с лестницы как бы спрятать, типа. Давай, давай, давай. А, блин. Обожаю эту процедуру просто, ну, на самом деле, в кавычках, потому что, сами понимаете, какой от этого прикол. В принципе. Давай, ложись. О, на лестнице с понимание удобно. Я понял, понял. Да зачем мне дезинфицированное орудие? В прошлой миссии их уничтожал. Ой, блин. Так. Что я хотел сделать? Так, посмотреть за ящиками. Так интересно, никогда не думал, что буду, блин, искать пистолет стараться. Блин, с глушителем. Когда говорю, есть, бывает же оружие дают прям автоматом. А главное, несмотря на то, что я проходил эту миссию, хотя, может быть, в машине было что-нибудь из оружия, а я не взял. Как бы обычно, когда проходишь, дают что-нибудь. Так, ладно, посмотрим. Так, а, вот у нас склад еще, по ходу дела, о нем я как раз и не знал. Мы сейчас ходим сохранимся, чтобы у нас не было фейлов. Вот, вот, да, скорее всего, может быть, тут я видел по радару. Потому что я что-то и забыл вообще, да не то что забыл, я вообще сюда, по-моему, не заходил. Даже при предыдущих миссиях, когда играю. Так, меня что-то палит, не понял только что, это камера была. Так, сейчас мы сохраняемся быстренько. Ну и где? Сейв, давай. Сейв, сейв. О, отлично. Все, теперь пойдем зайдем в склад. Машины катаются. Я все-таки сделаю эту миссию, я думаю, пройду я по-тихому, получится у меня. Да кто, блин? Я не пойму, вот. Я думал сначала, что это камера. Походу дела, это даже не камера, а чувак, который, возможно, водитель, который вышел с грузовика. Я так говорю, как, знаете, есть этот дом, который построил Джек, в котором там какая-то корова там и тому подобное, я точно не помню. Я также сказал, возможно, это не камера, возможно, это водитель, возможно, который вышел с грузовика. Так. Ну и где он? Странно, ладно. Вот у нас, оказывается, складище тут есть. Давай, давай. Хоть бы тут было, потому что я уже говорю, всю эту, считайте, базу. Это еще что? Пистолет ураган. Базука. Обалдеть. Ну, че шутите, что ли, блин? Ну и что за ураган? Че это? Есть такой? Глушитель есть или что? А, пятизаряд нарушает, летальные патроны от табазы, это не какой-то там. Он звук какой-то есть. Ну, я не знаю, попробовать можно, но... Хотя, если не летальные, я думаю, вряд ли опять в камере что-то сделать. Так, меня услышали по звукам. Быть на чеку. Не-не, давайте без тревог. Не хочу я никаких боевых тревог. Сейчас мы заберемся. Выключим электропитание, если оно здесь. Я точно даже уже не помню, где оно. Вроде тут. Не должно быть. Так, сейчас откроем. Попробуем. Если оно выключится, то будет вообще чудесно. Мы должны просто фастом лететь. Так, я сразу открою эту дверь. А, вот. Ну и попробую, вон там щиток этот. Так, все, готово. Ну, давай. Камера внутри выключилась, отлично. Ой, и ничего не говорят, там это сети, все дела. Отлично вообще. Давайте сохранимся теперь. Опять же. Слушайте, по-моему, да, правда, никто ничего не говорит, как он может. Буш сохраняется. Да, вот, все, сейф пошел. Так, теперь быстро идем за кассетой, поскольку камеру выключил. Оказывается, о, как можно, я тут хожу, пистолеты ищу, блин, эти глушители.
Так, и потихоньку мы уйдем оттуда. Если, конечно, это и не есть ловушка, то есть если я как-то перекосету, то тут тревога поднимается сразу. Вся округа сбегается. Так, ДТР катается. Ну, была не была. Камера у нас теперь выключена. Обалдеть, я это сделал. Теперь надо сделать ноги, как говорится. Ой, я думал, разобьемся, да, как звук был, как будто мы ноги поломали. Машина. Машина. Машина, машина, машина. Уходим, уходим. Есть контакт. Так, твою же. Я не могу, что это, блин. Как нет? Ну это как обычно, спешишь людей, наслышишь. Ну хоть ладно, тут сейф прошел, так тут можно попробовать пройти. А, все, машины нет теперь больше. Больше нам докучать не будет. Так, так, так. Тренажный канал. Я сейчас попытаюсь уйти не на вертолете, а через мост, где зенитка стоит. По-моему, там есть выход. Ну, в общем, сейчас там можно вроде как, я так понял, даже не на вертолете уходить, а вообще любые способы отхода. Да. То есть, откуда-либо мы приехали уйти, либо в том же вертолете, любой способ хороший. Да. Ну, я именно вот хочу просто взять да выбежать. Если честно, я не думал, что миссию можно пройти по стелсу, потому что, говорю, я... До этого просто не видел, что меня палит камера, я реально не замечал. Я думаю, я все не мог понять, что меня может увидеть, скажем так. Так, ну сейчас у нас опять против должен сейв. Но, давай, 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 ну, отлично. И мы по тихой грусти вот этот мост уйдем на белый. Думаю, что тут никто не будет включать. Так, наши попали, то это не беда, мы проходим дальше. Ни на что не обращаем внимания свое. Так, нас еще кто попали, нам все равно сейф нашел. Идем опять рыба, наверное. Так, без палева все. Подождите, что-то едет. Чуть в машину не прыгнул. Да, вот этого как раз я, как бы, так сказать, и не ждал. Что ж ты будешь делать-то, блин? Сесть на БТР, уехать отсюда, нафиг. Так, ладно, попробуем еще раз, тем не менее, теперь знаю, там стоят два кореша. Ага, тут мы пройдем. Понятно. Хотя можно и улететь, но сейчас попробую, если не получится так вот убежать. Так я сейчас все хотел сделать. Тут просто дойдем, вызовем вертолет, и там хотелось бы какой-то небанальности, скажем так. Аккуратненько, аккуратненько. Continue out of the mission area to complete the mission. Так, перезаряжаем оружие. Интересно, если я тебя стырить смогу? Блин, вот это фейл, да, надо было отодвинуться подальше и все, убежать. Ну, в принципе, это возможно, попробовать, почему бы и нет. То есть, вот он доходит, мы его тырим, и в итоге этот, как его... Ну, вы поняли, короче. Дальше просто берем, вырубаем его. Все. Просто я именно хочу именно так. Я мог уже давно, в принципе, взять, сесть на вертолет и лететь. Но... Хотя, мол, надо было еще C4 заложить и все тут эти ПВОшки распиракать. Ладно, мы сейчас попробуем еще раз. В принципе, всем нам понятно. Ну-ка, да. А, во как можно, нифига себе.
Да твою же. Не-не-не, хочу без использования слова. Так. Ладно, я сейчас нажму на паузу, потому что я думаю, это будет долго продолжаться. Ну, в общем, я сейчас решил кинуть магазинчик там. И сейчас мы тут аккуратненько. Ну вот все. Кореша лежат, чем можно допросить, чего не знают. Ну-ка, просто хочу посмотреть, где это. Что мне сказал? Машина не это узнаю, или уже по тихой грусти. А не по машину сюда едет, ну ее нафиг. Иди отсюда. Вот все. Там, по-моему, рядом машина. Нафиг, нафиг. Операция завершена. Сколько проблем? Да почему Д я не могу понять? Попыток. За попыток что ли? 17 раз, спасибо заключено 3. Здесь 500 дали. Тут где минус 9000. Попыток 17. Ну да, по-моему, потерянный вертолетов этих, как секретный, там, найденный, ну. Офигеть, я думал, блин, сейчас ад идут. Понятно, в общем, за количество попыток тоже считает. То есть, как я понял, нажимаю начать точку сохранения. Так, ладно, нажмем, посмотрим, открылся ли у нас задание. Мы это мы и так знаем. There should also have been a record of the full scale of the plan. Maybe that was a tape we missed. Вот, я говорю, я тогда кассету нашел какую-то, и реально она была у чувака. Для этого здания нашел. Без скрытого лучше прям так здесь испытание. Потому что я говорю, я тогда другую кассету находил. И вот они сейчас что мне подсказали. Что у него была еще одна. А он мне ее не дал. Ее надо было найти у Кудиктон Карифана. Сейчас гляну, откроется ли у нас задание какое-нибудь другое. Ну, по-моему, ни хрена, мне кажется. Ну да, как-то. В общем, надо вот эту миссию проходить, хотите вы, нет. Я, если хотите, я пройду ее. Мы тем более видели, как она проходит. Ну, говорю, сложность будет в том, что я буду просто тизер начинать. Вот. Поэтому что из этого будет, я не знаю. Либо я пройду без записи и уже следующую буду проходить дальше. Тут осталось вот две миссии. Ну все, с вами был Лар, до новых встреч, всем пока-пока.